Здравствуйте, дамы и господа! С вами проект «Вне эфира», и мы покажем вам самый сочный и вкусный бэкстейдж музыкального проекта «Топ Жарган». Здравствуйте, Анарбек! Здравствуйте, Алишер! Так как вы являетесь профессиональными стилистами, мы бы хотели узнать у вас, какие топ-3 вещи должны быть в гардеробе у каждой модницы казахстанской и, соответственно, топ-3 вещи из гардероба, которые мы просто обязаны выкинуть. Ну, начнем, наверное, с трендов, да? Да, начнем, наверное, с трендов. Тренды, давайте начнем с головных уборов. Самым трендовым головным убором на данный момент является берет. Береты носят абсолютно все звезды сейчас на данный момент, и мы считаем, что они должны быть в гардеробе любой девушки. И антитрендом в то же время являются вещи, точнее шапка и шарф из одной фактуры. То есть это считается неприемлемо и очень устаревшим трендом. Натуральный меха тоже уже в антитренде. Да, уже. Но в то же время меха искусственные, они сейчас в бешеном тренде, в различных ярких цветах и так далее. Здравствуйте, Алтай. Здравствуйте. У нас есть для вас задание. Если вы справляетесь, то мы дарим вам вот эту шоколадку. Если не справляетесь, то увы. Задание состоит в том, что вы должны какую-либо музыкальную композицию зачитать в стиле хип-хоп. Как думаете, у вас получится? Ух ты, неожиданно. Ну, давайте попробуем сейчас. Жұлдыздар жарқырайды, йоу-йоу, толқында сарқырайды, йоу, кең көңіл. Тулайды жалындайды, еркіңе бағынбайды, тек асау бұл өмірде, йоу-йоу. Бұл өмірде сан тараулы жол бар, болса дағы жан салаулы қолдар. Аласұрмас менің асыл арманыма жеткізеді арайлы таңдар. Супер, отлично! И вы по праву заслуживаете не только эту шоколадку, но и звание МС. Поздравляем! Спасибо! Ну тогда я, наверное, уже в следующий раз какой-нибудь рэп-хип-хоп, что-нибудь такое жанр приготовлю. Мы будем ждать с удовольствием. Здравствуйте, Акнур! Здравствуйте! Как насчет небольшого задания? Давайте, гоу! У нас есть для вас отличное задание, и оно заключается в том, что вы должны спародировать какого-либо музыкального исполнителя. Окей. И кто же у нас это будет? Давайте Шакиру. Давайте. Mm-hmm. Если вы справитесь на отлично, то я даю вам вот эту шоколадку. Итак, okay. Давайте. Самина-мина, эй-эй, вака-вака-вэй, эй, самина-мина, сэнгарэгва, дистанфор Африка, джанго, эй-эй, джанго, эй-эй, самина-мина, сэнгарэгва, дистанфор Африка. Супер! Огромное вам спасибо, и спасибо. Эта шоколадка по праву предназначается вам. Здравствуйте, Балер. Здравствуйте. У нас есть к вам задание, и оно заключается в том, что вы должны сейчас на ходу сочинить 4 строчки про топ-жарган, что-то вроде хип-хоп текста. Я думаю, вы отлично справитесь с этим заданием. Окей. Okay. Болат сондықтан баймаймыз, осы жолға бәрін тіктік, енді шетайынбаймыз, бұсәлем төменге жоғарыдан, бұл хабар арнасы, яғни топ-жарған, ебой. Круто, огромное вам спасибо.